Накануне в селе Тургалы Кулухемского района 9 подростков попали в больницу после отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью. К настоящему моменту все они переведены в республиканские медицинские учреждения. Пятеро находились в тяжелом состоянии. Сразу после поступления сигнала о случае массового отравления детей на место вылетел вертолет санитарной авиации с министром здравоохранения республики, главным внештатным токсикологом Минздрава и представителями регионального управления Роспотребнадзора для оценки ситуации на месте и принятия решения. По прибытию было принято решение о переводе пострадавших в реанимационное отделение республиканской детской больницы и токсикологическое отделение резбольницы номер один. В токсикологическом отделении резбольницы номер один находятся четверо мальчиков с возрастами 15 и 16 лет. Состояние у них сейчас стабильно тяжелое, сознание у них такое оглушение, и как бы по анализам изменения соответствует тяжести, и им проводится дезинтоксикационная, диализная и симптоматическая терапия. По факту массового отравления несовершеннолетних региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья человека». На место происшествия в тот же день выехала следственно-оперативная группа. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 15 апреля 2018 года 9 несовершеннолетних граждан в возрасте от 13 до 16 лет употребили неустановленную жидкость из бутылки. Через какое-то время все они почувствовали недомогание и были госпитализированы с признаками отравления неустановленного генезиса. В настоящее время пятеро из них в тяжелом состоянии, четверо человек в удовлетворительном состоянии. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята бутылка содержимым для дальнейшего проведения химического и бактериологического исследований. Предоставленный на исследование образец жидкости по проведенным физико-химическим показателям является этиленгликолем, что является токсичным соединением. Исследование емкости, из которой употребляли неизвестную жидкость подростки, показало, что в ней содержалось вещество этиленгликоль. Изначально говорилось, что жидкость, которую употребляли дети, имела сладковатый вкус и масляничный вид. Устное описание практически совпало с результатами проверки. Этиленгликоль, она не должна внутрь употребляться. Это техническая жидкость, которая применяется в виде тосола, незамерзайки, да, и тормозной жидкости. И ни в коем случае она не должна поступать в свободную продажу для употребления внутрь. В настоящий момент состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков – стабильное. Жизни несовершеннолетних ничего не угрожает.